Меня зовут Владимир Иванович Жиленко, добро пожаловать в солярную мастерскую. Сегодня небольшое видео. Многие подписчики спрашивали, как вы освещаете свою мастерскую при съемках. Замещали прожектор на штативе. Немножко переделал, усовершенствовал. Сейчас хочу вас познакомить. Вот так выглядит с уголка моя мастерская. Ранее был куплен у меня такой светодиодный прожектор на 20 ватт, с него коробочка. И устанавливал я на вот этот штатив. Сейчас убрал, так как подписчики рекомендовали, чтобы этот прожектор не светил в глаза. Написали, что это вредно. Я согласен с ними. И теперь на штативе поставил обыкновенный прожектор и вкрутил экономку. Двадцатка или 100 ватт по-нашему. Вот этот штативчик. А прожектор установил в потолок над рабочим столом. И сверху над прожектором повесил еще экран. На экран натянул легенькую ткань. Над моим плакатом стоит еще один прожектор с экономкой. Я думаю, посмотрю, как они дешевенькие. 350 рублей этот прожектор без лампочки. Закрытый для пыли. В уголку висит просто большая экономка. Видите, сейчас будет темно на экране. С другой стороны над станком. Видите, как сейчас будет освещать темно. Над рейснусом одна экономка. Над распиловочным станком Makita еще одна экономка. Получается, раз, два, три больших экономки. И одна поменьше. Четыре экономки. Прожектор 5 вверху. И переносной штатив 6. 6 лампочек. Видите, как сейчас будете освещать? Вместе 6 лампочек. Ну, на улице сегодня солнце, ну, наверное, недостаточно. Можно, наверное, ставить еще. Короче, тема освещения — больная тема. Надо решать, наверное, с помощью подписчиков, которые уже имеют опыт установки. Большие лампы, вот такая, как у меня в углу, они в прожектор не входят. Вот этот прожектор небольшой, вот он. Его характеристика. Но в любом случае радовать пыль не попадать не будет. Экономки глаза светят не так больно, наверное, как светодиодные. От светодиодных я отказался. Задавайте вопросы, делитесь, друзья, как вы установили свет. Ну, тема для обсуждения будет. Вместе должны выработать общую позицию, прийти. Свет легче переделать, чем станки поменять. Задавайте вопросы. И хочу еще раз, чтобы вы глянули на штатив мой переделанный. Вот так он выглядит, мощный, тяжелый сейчас, после небольшой доработки, устойчивый, не дрожит. До новых встреч, всего вам доброго, с уважением, Владимир Иванович.